Люба! Все, накрашусь и все. Все, я готова. Хорошо. Пойдем? Пойдем. Люб, ну я мусор мог и сам выкинуть. Не говори ерунды, Аркаш. Мы семья, мы все должны делать вместе. Пойдем посикаем. Я хочу тебя на 360. Все, я ушла. Где ключи? Так вот здесь же висят. Сейчас. Люб, я, по-моему, потерял ключи. Аркаш, ты серьезно? Спокойно. Итак, ключи все время лежали тут. Может, их взяли? Никуда не уходи до окончания расследования. Итак, продолжим. Заходил сосед. Кстати, очень подозрительный тип. Я с ним разговаривал, а потом пошел выносить мусор. И после этого я их больше не видел. Итак, у нас есть три варианта. Первый. Их украл сосед. Я их выбросил. И третий вариант. Ключи сбежали. Какой вывод? Ты их выбросил. Нужно расклеить объявление. Внимание, сбежали ключи, особые приметы и желтенький брелочек. Гениально. Гениально, Оркюль Аркаш, гениально! Я нашла твои ключи, ты забыла в двери. Дебил. И усы эти дебильные сними. Преступление! Ну что, Аркаш, собирайся, поедем в ТЦ, купим мне косметику. В смысле косметику? Ты же недавно себе все купила. Да, но она закончилась. Слушай, я вообще не понимаю, что происходит. Куда она девается вообще? Ума не приложу. На себя накладываешь. Еще бы она не кончилась. Ну да. Ну ладно, поехали, я побольше куплю. Побольше? Весь наш семейный бюджет на это потратишь, да? Все на твою косметику потратим. А мне PlayStation купим? Купим. Вот, поехали. Так, нам из командировки нужно еще привезти подарки друзьям. Аркаш, пожалуйста, вставай, собирайся, поехали. Любаша, никуда не нужно ехать, потому что я уже все подготовил. Вот смотри. Софочка любит всякие мыльцы и шампунчики, поэтому привезем ей ванный набор из гостиницы. Серега Штепс открыл свой магазин обуви, и мы ему привезем, внимание, тапочки. Смешно же, магазин обуви, тапочки, такой каламбурчик. А Идочке мы привезем халатик. Класс! Аркаш, ты дебил? Почему? Точно! Иде, мы в том году халатик привозили. Ну все, просто мотнемся. Это Софочки, а это Идочки. Все? Это не вопрос был, Аркаш. Ты дебил. Собирайся, пожалуйста. И ты попал. Аркаш, ну и что ты здесь лежишь? Устал. Мы же собирались вместе пойти в магазин. Блин, Люб, сходи одна. Ты же обещал. Ну сходи сама. Если ты сейчас не встанешь, я знаю, что сделаю. Ой, да что ты сделаешь? Что ты сделаешь? Что ты сделать-то можешь мне? Девальщица. Люб, Люба. Люба, перешагни обратно. Люба, я сказал, перешагни обратно. Я никогда теперь не вырасту из-за тебя. Перешагни обратно, Люба. Любаша, перешагни, пожалуйста, обратно. Я все сделаю, что ты хочешь. Люб, я же не могу двигаться. Ладно, ладно, я пойду куда хочешь. Давай, обратно. Ох, думаю, никогда не вырасту. Собирайся, Аркаш. Тебе. Мы бежим с тобой, как будто от гепарда. Любаш. А? Ну что, как на шопинг сходила? Нормально. Ну покажи хоть, что купила. Ладно, заходи. Ну как? Красиво, очень красиво, секси, великолепно просто. А купила-то что? А, ничего не купила, ничего не нашла. Ну ладно, все, Аркаш, иди, а то мне холодно, голенькой стоять. Давай. Запах женщины моей. И где ты ходишь? Где ты была так долго? Почему столько времени? Где ты была? Я здесь сижу, жду тебя. Я вообще-то волновался. Я собиралась во все больницы уже звонить. В магазин ходила. Че купила? Че купила? Че купила? Так, Люба, это что? Ты опять купила новое платье? Люба, сколько возможно это? Мы весь наш бюджет тратим на это. Платье! Ah!
хороший мальчик. Аркаш, принеси тапочки. Да, любимая, сейчас. Ну что? Вообще-то у тебя муж кушать хочет. Аркаша, что ты видишь, я занята. Ты что, думал, в сказку попал? Нам он лучше скатерть сложит. Да вот лучше бы в сказку попал. Там хотя бы скатерть самобранка была, на которой еда сама появлялась. Попробуем. Хочу есть! Действительно скатерть самобранка! Ну-ка еще раз. Больше еды! Люба! Это же действительно скатерть слишком много эмоций! Так, а это вам на завтра. Спасибо, что так быстро доставили. Ну мы же Grow Food. А с ним что? Да он просто фантазер. А, понял. До свидания. Фантазер? Скатерть! И дебил. Моя скатерть. Дай! Смотри, какой у Оли парень романтик. Он ей ванну приготовил. С маслами, с добавками, с солью, с лепестками роз. Не надо намеков. Я все понял. Так, что там было? Солью. Понял. С разными добавками. Ага. Есть добавки? С лепестками роз. И где я лепестки роз возьму? Лавровый лист. Тоже неплохо. Любаша! Вот! Это что? Это романтический сюрприз! Ты ж хотела! Полезай, курочка моя! Вот дебил! Господи! Пельмени, что ли, тебе налепить? Ну не пропадать же вот этому! А ты что, не полезешь? Да, все, надо спортом заняться. А я так не хочу. Я бегать вообще не люблю. Вот что мне делать? А я знаю. Представляешь, что ты вышла на прогулку. И беги на месте. Давай, попробую. Закрывай глаза. Угу. Представляешь, что ты в парке. И бежим. Слушай, так прикольно. Да? Деревья, люди. Опа! Вот, зараза! А ну, стой, урод! Люб, что случилось? Сумочку выхватил средь бела дня. Так, все. Так, Люба, ты что делаешь? В смысле? Я в ментовку заявлять, у меня паспорт там, деньги, все! Да, Любаша, бегать это не твое. О, здрасте! Может, познакомимся? Может, вместе по утрам бегать будем? Так, подожди-ка. Здрасте! Девочки, 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 девочки! А ты что у нас тут? Ты куда делся, а? Ты где? Аркаша, ты где, я тебя спрашиваю? Вот дебил. Блин, бесит! Что, Аркаш? Ну реклама, везде одна реклама, в соцсетях реклама. Фильм хочешь посмотреть, реклама. И не говори, на всем деньги зарабатывают. Ну, да. Дай сока, пожалуйста. Конечно. А то ж очень хочется пить. А он прекрасно утоляет жажду. И когда люди поймут, что всех денег не заработаешь? Вот-вот! У этих блогеров одна сплошная реклама везде! Кстати, я не напился. Пожалуй, приготовлю себе сок сам. Каш, ну ты с ума сошел! Мы рекламировали это в прошлом месяце. Да? А в этом что рекламируем? Ничего, реклама закончилась. В смысле реклама закончилась? Ты так спокойно говоришь, что реклама закончилась! На что мы будем жить? Вот тебе. Кстати, хочешь новую лимитированную линейку футболок с надписью «Вот дебил»? Заказывай! Смотри, я прошла смешной тест, и оказывается, в прошлой жизни я была графиней. Ух ты, класс! А да я тоже пройду, мне что же интересно, кем я был в прошлой жизни? По-моему, это очевидно. В смысле? Аркаша, тебе нужно съесть эту таблетку! Не хочу! О, лимонное дерево! Это не лимонное дерево! Аркаш! Аркаша! Аркаша! Делаешь? Вещи складывал. А что, не отзывался? Ох ты, блин! Люб, что делаешь? Мне скучно. Пойдем куда-нибудь, давай поговорим, давай что-нибудь поделаем, а? Прысь отсюда! Наверное, в прошлой жизни я был королем. Ну, почти. Аркаш, куда ты смотришь? Там что, кто-то есть? Чё, откушать хочу! Пойду поем.